всех. Всех. Серафим сейчас придет. Что, мы же не потеряем его никуда. У стены, пожалуйста, постройте. А теперь, друзья мои, постройте, пожалуйста, по росту. Никому не подсказывайте, сами должны определиться. Тимур, не подсказывайте никто никому. По росту. Не по возрасту, а по росту. Семен, молодец, отошел со стороны посмотреть. Макс. А вот давай вспомним, как обычно. Если здесь у вас ведущий, то по отношению к ведущему как строится? Слева направо или справа налево? Как строится? Слева направо. Вот как вас строить, например, на уроке физкультуры? От высокого? Слева направо. Слева высокий? Потом самые, да? Давай, посмотрим. Парни, парни, сейчас я буду просить Тимура, чтобы он вышел и смотрел на вас. Но если это произойдет, мы будем все отжиматься. Парни, определяйтесь сами, быстрее. Серафим, давай в темпе. Парни, парни, по росту, Серафим, друг от друга на расстоянии локтя, отодвиньтесь, по росту, друг от друга на расстоянии локтя, друг от друга сдвиньтесь, сдвиньтесь в левую сторону, сдвиньтесь в левую сторону, парни. Егор, сдвигайся влево, сдвигайтесь, 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 сдвигайтесь. Молодец, Серафим, да, 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 да. Сдвигайтесь. Ну да, да, все так и есть, прям практически. Па-па-па-па-па-па-па-па. Не, не надо насадки, не надо просто. На носки не надо. Ближе к стене подвинься. Ближе. Встаньте пятки, успокойтесь. Марк, Лука. Егор, спокойно, стоп, тихо, 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 вернись в строй, тихо, да, меняйтесь, Егор, братан, не гони, меняйтесь, он чуть-чуть, вот прям вот, чуть-чуть, тихо, все, чуть-чуть сдвинулись, нормально, не выгибно, ближе пятки, пятки к стене, не на носочки, тихо, спокойно, прижима, ноги вместе сделай, сделаем, сейчас мы можем проверить полностью показатели, ну да, чуть-чуть. Не гони. Все, спокойно. Лука, поменяй с ним местами. Но тогда нарушится, компания. Если ты с ним сейчас поменяешься, у вас нарушится с ним компания. А так, есть вариант, что ты с ним в одной команде будешь. Как ты? Ты хочешь поменяться с Лукой или быть с ним в одной команде с Левой? Если с ним быть в одной команде, то тебе здесь надо стоять. Или я тебе подсказку даю. А просто тогда Лука будет в команде с Семеном. Ты будешь стоять за Львом в команде? Погоди. Уже все. Вот у них двоих решается вопрос. Если ты сейчас будешь стоять здесь, то ты будешь с Левой в команде. Если он с тобой поменяется, то тогда он будет с Левой в команде. Как быть? Ты сюда хочешь стать? Ты хочешь рядом с ним, но ты тогда не будешь с ним в команде. Вот что сделать. Ты будешь с ним в команде. Лука, поменяйся. Давай, братан, поменяйся, ладно. Че, все, а тогда? Все, но ты не будешь с ним в команде. Ты будешь с другим в команде. А, все. Вот теперь все четко, да? Все поняли, все, все, сдвигай, парни. На расстоянии чуть-чуть, да. Чуть-чуть сдвиньтесь, пожалуйста. Сдвиньтесь. Чуть-чуть. Ой, тихо, прости. Чуть-чуть сдвиньтесь. Смотри, вы раскачались, вы за одну тренировку раскачались так, что не влезаете. Чуть-чуть, сдвиньтесь, Вот. Теперь, парни, смотрите. Пожалуйста, отойдите на одно расстояние ступни от стены. Отойдите, пожалуйста, на одно расстояние ступни, Тимур. Отойди, да. Положите друг другу руки на плечи. Так, сейчас даже надо сейчас положить правильно руки. Раз. Вот. Погоди. Нет, стоп. Раз. Да, ты закидываешь туда. Закидываете. Есть. Ложи руку, да. Положил. Вот, тихо. Смотрите, теперь задача. Сделайте еще один шаг вперед.
Молодцы. Сейчас выровнялись на одной линии вот этой. Да, на одной линии вот этой выровняйтесь. По одной линии, пожалуйста, выровняйтесь, парни. По одной линии, носочки по линии, носочки по линии. Носочки по линии, выровняйтесь. Сейчас в этом положении, сейчас вы почувствуете, что такое командообразующие действия. Либо из специального такого формы игры. Сейчас вы с юных лет поймете, что такое один за всех, все за одного. Вам надо сейчас всем подняться на носки и удержаться. На носки. Не падать. Витя, ты что так согнулся под тяжестью братских? Серафим, руку так не закидывай. Нет, ты слишком вольготно себя, братан, чувствуешь. Либо так, значит, неправильно думаете. Да, вам надо сделать так, руки не вот так закидывать, а ладошки на плечах. Молодцы. Теперь все на пяточки. На пяточки. На пяточки. Все, надо держаться. На пятки. На пятки. Да, Тимур, можешь за стойку держаться, ты их, получается, выровняешь всех. Получится тебе? Иначе сейчас все завалят. На пятки. Держись. На пятки, на пятки. Не падать, не падать, не падать. Не падать. У вас, получается, один человек, посмотри, как заволновались все. Держим. На одной линии. Получается, сейчас только Тимур вас всех держит, чтобы не завалить. Тимур и кто вот рядом с ним, кто. Смотрите, как они, как хвостик, да, бах, раскидал ее. Вы-то ровно держите, не падать. Иван, Иван, хорош, с песом не балуйтесь. Теперь опять выровняйтесь. Сядьте, пожалуйста, все. Давай, 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 быстрее. Вниз. Сели. Не падать, не падать, не падать, не падать. Не падать, не падать, не падать, не падать, не падать. Стоп, вернулись, поднялись. Опять по линии выстроились. Быстрее, парни, хорош. Это сейчас силовую часть. Хорош. Парни, стоп. Не так, смотрите еще раз внимательно. Руки вот здесь. Не локти закидывайте, а ладошки. Максим, тоже, братан, вольготы себя слишком чувствуешь. Ладошками на плечи. Ладонями на плечи, не давим, Иван. Ладонями на плечи. Я знаю, что трудно, Макс, я понимаю, что трудно. Перекинуто. Ладони на плечах. Вам ладонями можно прям зацепиться, как крючками за плечи. Ладонями. Не вот так наваливаться друг на друга, а вот так. Ладошки прям зацепились за плечи. Взялись. По одной линии, пожалуйста, выстроитесь. По одной линии, пожалуйста, выстроитесь. Это одно из тех упражнений, которое нам поможет согласованно проводить общие занятия. Все другое, иначе, если не будет согласованности, будет тогда бардак и хаос. Не надо, Иван, не надо. Варя, я сейчас тебя поставлю рядом со взрослыми ребятами. Ну, как бы, и будет тоже больно. Зачем? Относитесь друг к другу порядочно, пожалуйста. Парни, приготовились? Да. Если сейчас никто не упадет, переходим на силовую часть. Я слышал, да, Марк, я слышал. Да? Я знаю, что это не ты сказал. Но я сейчас все это повторится. У нас, парни, сейчас еще раз секунду. Про окей, very well, easy, they're good, das ist was и прочие разные языковые единицы. Мы общаемся на великом, могучем русском и всем известном языке. Но если у кого-то есть желание поговорить на национальном языке, либо вашей принадлежности, например. На грузинском. Ты умеешь по-грузински? Комар жопа. Да? Здрасте. А что вы смеетесь? Здрасте. Так бывает. Либо другой кто-то носитель языка. Либо можем устроить урок английского языка, немецкого, французского, латинского. Там, то есть я надо посмотреть. Мы можем устроить, но это потом все будет. Бразильского, например, там. Может быть, выбирайте язык, проведем тренировку. Парни, выбирайте язык, мы проведем тренировку, подготовимся, сделаем. Сейчас задача, если никто не падает, мы идем на силовую часть. Приготовьтесь. Если кто-то падает, по одной линии встаньте, по одной линии. Тимур, на тебе очень большая нагрузка сейчас будет. Сейчас тебе придется всех удерживать. Серафим, ты удерживаешь так же. Витя, готовы? Да. Раз, два, три. Ноги вместе. Сесть надо, на ступни, Макс, на ступни садись. Ой, на ступни, разомкнулись, опять встали, хорош. Парни, пожалуйста, еще раз, руки сбросьте,
Сейчас подсказ, как положите руки друг на друга, чтобы всем было комфортно. Ты правую руку на него. Ты правую руку, нет, 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 нет. Ты правую руку на него. Ты правую руку на него. Левую не трогайте пока. Ты правую руку на него. Ты на него. Нет, нет, ты на... нет, 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 нет. Убери. Ты правую руку на него. Ты правую руку на него. Ты правую руку на него. Нет, левую не трогайте. Ты правую руку, ты правую руку. Левую убери. Левую убери. Ты правую. Есть. Есть. Взяли? Да. Теперь смотрите. А левой рукой под пояс возьмите. Да. Да. Под пояс. Да. Да. Получается, вы не будете друг другу такой перекос делать. Под пояс. Под пояс, Максим. Под пояс. Под пояс. Крепко держим. Так в будущем, не дай бог, конечно, так вам поможет, сможете помочь кому-то дойти, если кто-то страдает, там ноги болят и что-то. Одну руку ложите, ну, того, кого вам надо помочь, себе на плечо, другую под пояс взял и как мешок ба-ба-бах побежал с ним. Левый, если надо, крайняя ситуация, вы прям сваливаете на себя и куда там надо несете, доставляете. Поставили, поставили. Сейчас мы упростим задачу. Егор, не закидывай руку, ладошки положи, Егор, ладошкой. Готовы, выстроились. Последняя попытка. Сейчас идем в силовую часть. Никто не заваливает. Смотрите внимательно, пожалуйста, парни. У вас положение вот такое будет. Посмотрите на мои ступни. Вот так. Не 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 вот так. Сели. Встали. Сделайте один раз, значит, все будет четко. Готовы? Да. Ноги вместе. Иван, ноги вместе. Ноги вместе. Раз, два, поехали. Наступный полностью, наступный. Ай-яй-яй-яй-яй, держим, есть шанс, если 5 секунд исправиться. 5 секунд исправить ситуацию. Ноги вместе, ноги вместе. Ноги вместе, ноги наступный полностью. Ноги вместе, Макс. Ноги вместе, наступный. Марк, 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 не вот так, Марк, не вот так. Не вот так, быстро, равновесие. Тимур, таз вниз, братан, держись. Тимур, таз вниз, сядь. Тимур, сядь. Держись. Ноги вместе. Наступный. Ноги вместе. Парни, ноги вместе. Марк, ноги вместе. Пожалуйста, сделай на тебя сейчас. Ноги вместе. Ноги вместе, быстро. А да что ж такое? Ладно, хорош. Ладно, все, встали. Встали. Молодцы, встали. Секунду, встали. Сейчас, ребят, на первый, второй считайся. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый, первые номера выйти вперед. Шаг вперед, первые номера. Шаг. Стоять назад, назад, назад. На первый, второй считайся. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Первые номера. Шаг вперед. Сделайте, пожалуйста. Первые номера. Шаг вперед. Первый. Да, молодцы. Развернулись, развернулись, развернулись. Так, раз, 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 вот так, погоди, погоди, тихо, погоди. Сейчас, смотрите внимательно. Ага. Ага, все по-другому сейчас будет. Сколько раз подтягиваешься? Раз. Пять. Я понял. Сколько раз подтягиваешься? Десять. Ясно. Ясно. Так, смотри. Ты отдельно. Нет, даже, знаешь, как по-другому. Егор, Тимур, Егор, сюда подойди. Егор, сюда подойди. Парни, поднимите руку, кто подтягивается 10 раз. Раз, раз. Нет, ты опускай руку. Надо уверенно, пока убери руку. Уверенно 10 раз. Есть. Егор, Марк. Так, смотри. Ты помогаешь ему. Егор, ты отдельно, отходи отдельно. Ты помогаешь ему. Ты помогаешь ему. Мне ему помогать? Да. Холодно. Может, да? Нет, секунду, погоди. Ты сам
Ты сам сколько раз подтягиваешься? 3-4, ясно. Ты помогаешь ему, ты помогаешь ему. Ты помогаешь ему, ты помогаешь ему. Смотрите задание. Сейчас вы по парам, которые я указал, подходите к перекладинам. Егор, матрасы убери оттуда, в сторону убирай. Подходите к перекладинам. Разбирайте так, чтобы на одной перекладине было не больше двух человек исполнителей. Подходите. Парни, ноги поднимите, ноги поднимите. Я сказал, как по парам распределиться. Я сказал, по парам как распределиться. Пара. Один из пары подтягивается, другой помогает. Смотрите, парни, задание. 10 подтягиваний. Спускайтесь. Подтягивание, вот должны быть мака. Тимур, контролирую. Ладно, смотрите, пожалуйста. Если вы не можете подтянуться за раз, 10 раз, подтягивайтесь так. Вот это все старайтесь убрать. Либо вот так. Просто ножки вместе. Например, не хватает высоты. Ноги вперед подняли, подтянулись. Не получается высоко. Подтяните хотя бы вот так, чтобы вы перекладинку увидели. Подтянулись. Приседаете 10 раз. Отжимаетесь 10 раз. Грудью, парни, до пола руки подняли. Приседаете 10 раз. И один подход считается законченным. Потом делаете 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Делают оба, все делают. Поехали, делаем. В парах друг другу помогаем. По возможности. Отжался, присел. Потом подтянулся, присел, отжался, присел. Отжимание, приседание. Ты тоже делаешь.
Макс, руки забываешь, да, руки забываешь, Максим, да. И друг друга не наступите, пожалуйста. Вы настолько воодушевили своей крутостью, что вы можете наступить даже не заметить. Подтягивание, приседание, отжимание, приседание. Подтягивание, приседание, отжимание, приседание. Парни, вы поймите, я все проверю результат, как вы сейчас делаете. Я все увижу, все пойму, все проверю. Привет, Артем! Давай, давай, делай. Поздоровали, рукой махнули. Мысленный посыл отправили, они обрадовались, все. Надо сами ее тоже пробовать, конечно. Хотя бы да, да, до уровня взгляда или до уровня носа хотя бы, да. Блины, игрища, кулачные бои. Ты что, ты так много пропустил? Но мы сегодня исправим, да? Кулачные бои будут? Блины будут игрища. Вернее, пока он одно делает, ты можешь сделать другое, чтобы ускорить, иначе потом долго все будет. А так, сами смотрите, все равно же все проверится. Так, Артем, Иван, температуру, понял? Фамилия, имя, отчество, громко отчет. Артем Михайлович. Как, братан, смотришь? Что, ты расстроился? Нет. С мороза просто? Да. Я понял. Иван, на температуру поем? Фамилия, имя, отчество, громко отчет. Точно, Иван Дмитриевич. Иван Дмитриевич, как смотришь? Нормально. Все путем? Точно? Да. Это хорошо.
Парни, делаем, 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 делаем. Быстрее доделаем, все, спокойно перейдем к самому интересному. К пирога, блина, ну нет, блинов, насчет блинов точно уверен, но пироги точно есть. Лука, Лука, братух, с твоими показателями это не серьезный подход, прыгать и подтягиваться. На самом деле тебе надо подтягиваться без прыжков. Сейчас, я думаю, у всех все обнулится. Если я увижу, кто-нибудь что нарушает, у всех все будет заново. Вот за Тимура вижу, перед моими глазами он как бы делает. Все сделали, сейчас я проверю. Вы сделали все? И ты все сделал? И ты подтягивался, да? Я ему помогал подтягиваться. Не сидим, не сидим, не сидим. Сейчас не сидим. Сейчас проверим, пойдем. Не сидим. Тоже все сделаем? Конечно же, верим. Сейчас все проверим. Турникак висел? Висел? Попить ему в туалет. Сейчас мы все проверим. Сейчас кто что сделал, сейчас мы все проверим. Он тебе хорошо помог? Ну и класс. Тимур, ты с кем был? Ага, ты с Витей был. Нормально делал? Ну, тяжело все, маты будем стелить, но потом. Парни, попить ему в туалет, готов, сейчас будет проверка. Сейчас всех соберем. 10 раз, 10 приседаний, 10 отжиманий, 10 приседаний. Сейчас свист будет. Не будешь висеть? Минуту. Сейчас свист будет. Капец. Парни, готовьтесь. Что такое случилось? На меня просто тут воду. А, не, погоди, стоп, на зеленом полу не лей, кто просит. Стой, иди сюда. Кто просит? Где вы собираетесь? И что вы там разве? Тихо, тихо, тихо. Погоди. А почему у тебя просят воду? Они сидят там, а ты пошел. Стаканы поставь назад. Погоди, стой, стой, стой. Что за прикол? Парни, хорош, тихо, стоп. Это что за прикол, Марк? Что это ты метнул? Тебя просят воду, они сидят там. Погоди, погоди. А ты пошел со стаканом и воду лить. А что за прикол? Это их проблема. Твой недочет, что ты ломанулся им воду нести, хотя знаешь, там нельзя. А они знают это, почему тебя решили поднапречь. Тимур, а вот объяснись, пожалуйста, что за прикол. Встаньте, не сидите. Я попросил сначала поплыть. Он сказал, типа, сейчас я за стаканами схожу. Так. А почему ты там попросил воды? Ты там почему пил? Почему ты не сюда подошел? Знаешь, там нельзя. Вот отожмись, давай, ты 50 раз отожмешься, ты 50 раз, и ты 50 раз. Тимур, ты понял зачем? Парни! Еще раз, внимательно, еще раз я увижу, кто-то кого-то напрягает, кто-то кому-то что-то подносит. Подошел у меня, спросил любой, чтобы не было такого, я пойду отнесу стаканчик воды. Че, рук-ног нет, что ли, Макар? Кого, Тимур, или у тебя? Или вообще вы слабые что ли стали? Это что за прикол, неумение себя обслужить, спросить? Да, там младший брат, друг, товарищ, вода есть.
Но от меня кто-то видел, я могу попросить, упросить поделиться. И то, я знаю расположение, как находиться. А это кто-то сидит там, принесите мне воды. Он стаканчик побежал так по-молодецки. Вы что, а дембелели? Не поняв, что происходит, уже дембелями стали? Или как это назвать? А. Я угощу, Тимур, братан, я угощу водой и тебя, и всех. Просто так нельзя делать. Да. Я просто вам хотел сказать. Погоди, Макс. Сергей Геннадьевич, у нас, знаете, сколько будет? 10 + 9 плюс 8 плюс 7 плюс 6 плюс 5 плюс 4 плюс 3 плюс 7. Да, плюс 1? Да. 99? Нет. Нет, сейчас, погоди. Ты что хотел? Стакан? А, выкинь. 55? А, это значит, сколько вы типа отжиманий делаете? Ой, подтягиваний делаете? Да, 55 за подход. За 10 подходов. Если соединить 55 минус на тонне, будет 165. Ну, ладно, а так-то вы по несколько сотен делаете. Я вижу, всегда вижу, что взрослые пьют энергетики, это настолько вредно. Не надо пить энергетики. Там кофеин же есть. Да. Ребятня, Тимур, сделали? Сделали? Макар, сделали? Вот теперь иди, делись водой. Вот сейчас это будет выглядеть по-братски. Если вы просили водички, взяли стаканчики, и он подошел и четко разбил, правильно же? Ребят, лучше это не делать так. Сейчас привыкнешь к этому, а потом будет, знаешь, какая тема? Во дворах сидишь там, кого-то за сеянками сбегать, гонять и прочее, а потом в конце концов, вот он вырастет, например, да, вот такого, или ты вырастешь такого, а и на него такого, и на тебя такого окажется какой-нибудь, как я, который напрягет тебя. И зачем вот так друг друга напрягать? Не, наливай, делись, сколько ему совесть позволяет, сколько тебе позволяет. Добро вспомни, 4 часа тренировки. Во-первых, минус, что вы не взяли воды с собой. Я забыл. Это большой минус, 4 часа будет идти занятие. Просто есть кто терпит, спокойно поделись, и все, парни, готовьтесь, вниз сейчас будет, готовьтесь. Готовьтесь. На чем ты не снимаешь? Кино принесли? Нет, я просто скажу, тренировку уже. Инстаграм? Телеграм? Нет, надо стаканчики делать. Вон там стоят красные стаканчики. Куда стаканчики девать? Егор, не прыгай, просто аккуратно. Парни, готовы? Сейчас все, пожалуйста, распределяемся по пятиклассникам, по всем, по высоким, по маленьким, по всем. Расходимся, пожалуйста, быстрее. Проверка лист сейчас будет. Распределяемся по пятиклассникам, пожалуйста. Вам, Максим, Тимур, нет, вам советую, я подсказка на высокий. Макар, молодец. Лука, оттуда уходим. Марк, оттуда уходим. Марк на высокий. Марк на высокий, сюда, на высокий. Выбирайте. Серафим, Макар, Марк на высокий. На высокий, сюда, 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 сюда. Макс, ну, конечно. Максим, да. Погоди. Ладно, остальные здесь. Можно здесь, да. Зависаем. Максим, не надо мне еще катать. Хорош. Макс, хорош, не щекоти, Ивана. Сейчас кока-кола как наружу. Макс, куда, братан? Куда деваться? Нет, пока. Парни, готовы? Сейчас задача. Повисаете просто. Максимально провисеть, но не меньше минуты. Повисаете, разрешается. Когда вы повисли, разрешается. Вот так. То есть по-разному. Готовы? Приготовились. Руки протерли, что надо где вытерли. Сопли убрали и все, понеслась. Ну зачем магнезия? Ну что вы сейчас за магнезию? Лёх, Егор, ну наоборот, давайте проверим цепкость. Ну что магнезия? Погоди, и те, стоп, по общей команде, тихо, погоди. Все точно? Бали, задание, Максим, задание. Как только вы подготовились, подняли руку, чтобы мы все видели, что все готовы, единообразно. Ну поднимай, мы все будем видеть, что все готовы, иначе смысл начинать. Кто сейчас раньше залезет, не стесняйся. Высоко поднятая рука, парни, значит, вы мил, представляете, говорите, что я готов. Не просто, я готов, или там, я готов, да?
Все готовы? Запрыгнули.